Какие привычные продукты избавляют от гипертонии и тромбов? Кровеносная система – одна из важнейших в нашем организме. Она отвечает за транспортировку необходимых веществ в ткани и органы, а также выводит токсины и шлаки. Здоровые сосуды обеспечивают нормальное давление, доставку кислорода к мозгу и другим органам, что дает функционировать организму. Продукты, которые помогают сосудам нормально работать. Первый продукт – имбирь. Имбирь содержит вещество салицилат, натуральный аналог аспирина. Благодаря действию этого компонента имбиря нормализуется кровообращение и кровяное давление. Горчица. Горчица содержит омега-3 и витамин В6, которые уменьшают вязкость крови, очищают кровеносную систему и укрепляют сосуды. Морская капуста также является природным антикоагулянтом. Иными словами, она снижает вязкость крови, делая ее менее густой и склонной к образованию тромбов. Чеснок. Чеснок давно известен своими лечебными свойствами. Он содержит аллицин, который помогает расширять сосуды, снижая артериальное давление. К тому же чеснок разжижает кровь, снижая риск образования тромбов. Лосось и жирная рыба. Лосось, скумбрия и другие жирные сорта рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют сосуды и снижают уровень плохого холестерина. Эти кислоты также помогают предотвратить образование тромбов и снизить давление. И под конец – оливковое масло. Оливковое масло первого отжима содержит антиоксиданты и полезные жиры, которые снижают артериальное давление и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Это одно из лучших масел для поддержания здоровья сердца.